дорогие мои подписчики, гости канала. Вот я приготовил лоточки для рассады на весну. И что я с ними буду еще делать для того, чтобы потом хорошо себя чувствовал рассад. Я просто эти лоточки, эту землю прысну. Вот я прыскаю. Вот видите, у меня такой приборчик. Прыскаю Байкал М1 готовым раствором. Потом я уберу эти лоточки в подвал. И они будут ждать весны. Байкал им очень хорошо работает. То есть будет у меня земля обеззаражена практически. В подвале плюс 5 температура, поэтому бактерии, которые содержатся в Байкал М1, они будут работать, и земля будет обеззаражена. Беспокоиться будет, как бы говорится, не о чем. Вот таким образом мы готовим . Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.